Всем доброе утро. Сперва может показаться, что Порту просто не приспособлен для того, чтобы кататься по этому городу на роликах, либо скейтборде, но на самом деле все иначе. Хотя тут и везде брусчатка и развалины старого города, но есть новые районы с велодорожками, есть широченные набережные, бесконечные просто. И на роликах есть где покататься, тем более мы живем сейчас в таком проулке, где брусчатка, где нет тротуаров, и я все равно выходил на роликах. То есть я думал взять с собой кроссовки, потом переобуть ролики, ну и в рюкзак закинуть саму обувь. Но нет, я вышел и нормально. Кстати, мы сейчас находимся возле Дома музыки. Это, кстати, ну помимо того, что это Дом музыки, это еще и скейтерский спот. Просто посмотрите на эти фигуры. Представляете, вот скейтер едет, перепрыгнул этот пролет и дальше. Особенно если еще какой-то трюк сделал. Частенько тут скейтеров можно увидеть. Планирую сейчас проехаться к набережной. Сейчас у меня в планах доехать до набережной. Вот такое вот современное здание. Как всегда, по прогнозу должен был быть дождь, но в итоге солнце. Классное место. Оф. Нормально. Опасно, кстати, снимать и кататься. Я почти всегда падаю, когда пытаюсь что-то снять во время катания. Когда ты держишь телефон, у тебя сбивается равновесие. Не ожидал, как упал, притом бахнулся башкой. Хорошо, что не совсем затылком, что сознание мог бы потерять, а чуть выше, на макушке. У меня было достаточно много сотрясений мозга за всю жизнь. Возможно, это звучит комично, но я и терял сознание на целый час, когда не мог ничего вспомнить, как меня зовут, где я живу. Это я когда катался на качели во дворе. Знаете, есть качалки, которые без ограничителя, и можно вот так 360 сделать. Вот такую качалку, вдумайтесь, поставили во дворе для детей. И дети вот так по кругу катались на ней. И я решил попробовать. На первом же кругу я упал просто башкой о бетонную плиту, ударился затылком и лежал во дворе около часа. Когда опомнился, все было в тумане и не мог вспомнить вообще, кто я, где я живу. Короче, вроде бы я выжил, и я знаю, что это такое, что бывает, ты вроде бы очнулся, поднялся, все нормально, но потом через время тебя начинает тошнить, тебе становится плохо. Я еще покатался полчаса, и вроде бы симптомов сотрясения у меня нет. Потому что я переживал, что я сейчас встану, а потом позже обнаружу, что, блядь, у меня сотрясение. Еду на пляж. Вот так по прямой я смогу доехать прямиком на набережную. Погода сегодня замечательная. Даже курточку снял, потому что жара. Офигенная улица на самом деле. Постоянно вниз, широкий бульвар, проспект. Прям можно ехать по дороге, даже без велодорожки. Тут никто не гоняет, все пропускают, даже если ты едешь на красный. Все равно останавливается, не сигналит никто, не пугает тебя. Сейчас, кстати, должна появиться велодорожка хорошая. Дальше уже поедем по ней. Сколько здесь школьников. Построили Бургер Кинг прямо возле школы. Ну что, мой заказ. Вегетарианский бургер и пиво. Кстати, после пива я отлично начинаю кататься. Кстати, у Макдоналдс также появилось вегетарианское меню. Оно называется Макплен. Я его сразу же попробовал, но
оно не сравнится с бургером, который здесь. Также мне казалось, что в Hard Rock Cafe лучший веганский бургер, но нет. На удивление, у Бургер Кинге самый лучший веганский бургер, который я когда-либо ел в своей жизни. За 5-6 евро вы получаете целое меню с офигенным бургером. Никогда не думал, что это скажу. Буду обедать. Школьника внутри просто тьма. А школа вот напротив, через дорогу. Как выгодно строить подобный фастфуд как раз напротив школы. Прикольная форма, кстати, здесь у школьников. В Испании вообще это обычное дело пойти на обед, выпить 2 бокала вина и сесть за руль. Также и я пью пиво здесь и еду кататься. Впереди уже виднеется океан и начинается велодорожка. Сейчас будем проезжать классный парк. Я уже там снимал влог. Проезжаем по правую сторону. Его вход с одной стороны. И выйти можно аж на набережной с другой стороны по парку. Ну все, мы на набережной, и она очень длинная, как в одну сторону, так и во вторую. А вот другая сторона парка. Можно было зайти там, где я вам показывал, а выйти здесь. Отлив, или как это называется? Отлив.